Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сейчас я хочу рассказать о новом сервисе, который вводит открытие брокер. Это очень интересная штука. В личном кабинете прямо вы можете открыть часть из тех продуктов, о которых я говорю, о которых я рассказываю. Это структурные продукты с защитой капитала, либо это ноты, про которые я говорил. В чем кайф? В том, что эти продукты, которые есть в личном кабинете, практически все доступны не только квалифицированным инвесторам, но и вообще любым людям, у которых есть брокерский счет в открытии брокер. Если у вас уже есть такой брокерский счет, смотрите дальше, как этим пользоваться. Если у вас нет еще брокерского счета, там под видео будет ссылочка на сайт мой demitkovyur.com, либо вот там вот значочек «И», вы нажмете, выскочит биржа для чайников, нажмете на модельный портфель и там введете свои данные, я вам на почту пришлю всю подробнейшую информацию о том, как открыть брокерский счет. Там будет несколько писем, всего там 4 или 6 писем, вот. Немного, не завалю вас письмами, не беспокойтесь. Вот, и вы сможете открыть брокерский счет и сделать то же самое, что, о чем я говорю. Ну, а сейчас давайте вернемся к тому, о чем я начал рассказывать. Смотрите, вот я сейчас нахожусь в личном кабинете своем, и в личном кабинете открытие брокер появилось новый раздел «Структурные продукты». Нажимаем. Что такое структурные продукты, гибкое решение, так сказать, фиксированный срок? Смотрите, есть защитные продукты и купонные продукты. Что такое защитный? Это структурный продукт с защитой капитала. Что такое купонные? Это типа облигации, то есть вы получаете регулярно какие-то выплаты. Давайте сейчас посмотрим, о чем идет речь. Ну, давайте с защитных, потому что что такое защитные продукты? Это то, что люди хотят. Люди хотят инвестировать, хотят получать большую доходность, но при этом я еще не видел людей, которые готовы терять деньги. И защитные продукты именно созданы для таких людей, которые боятся потерять деньги. Здесь есть гарантия того, что вы деньги не потеряете в случае, если, ну, то есть говорят там, если там акции упадут, вот если базовый актив здесь упадет, то вы не теряете деньги. А если базовый актив вырос, то вы можете получить пропорционально росту этого базового актива с каким-то коэффициентом, сейчас я подробнее расскажу, получить прибыль от этого базового актива. Давайте переходим прямо от слов к делу сразу. Вот посмотрите, что такое. Вот они, эти защитные инструменты. Посмотрите, защитные инструменты. Что такое? Вот она, до 100%, 100%, 100%, 100%. Это защита. В случае там падения рынка, всего чего угодно, вы ничего не теряете. Давайте железные инструменты. Давайте с этого начнем. Вот. Самое вкусное оставим на потом. Сумма инвестирования, обратите внимание, от 250 тысяч рублей. Актив, который лежит в основе продукта, это ОАО «Горно-металлургическая компания». ГМК «Норникель», короче говоря. Верхний порог участия в росте цены 200%. А, ну да. Значит, смотрите, если вдруг базовый актив вырос в два раза, то больше, чем в два раза, там есть ограничение, что вы не получите больше, чем в два раза, не удвоите капитал. Вот такое ограничение. Не больше, чем 200% вы можете заработать. Вот. Ну, в принципе, неплохо, да? Вот. Смотрите, сумма инвестирования. Теперь смотрите внимательно. Сумма инвестирования написано 500 тысяч рублей. Давайте попробуем внести, ну, скажем, 100 тысяч рублей. 100, так, не получается. 100 тысяч рублей. 250. Смотрите, 250 – это минимальная
сумма для того, чтобы открыть такой продукт. Но он по сути своей не может быть дешевым, там по структуре, но не может быть он дешевле, чем 250 тысяч рублей. Защита капитала, посмотрите, 100%. Защита капитала и участие в доходе. Защита капитала 100%, участие в доходе 100%. Что это значит? Это значит, что если базовый актив, то есть акции ГМК Норникеля, упали, то вы ничего не теряете. Но если они выросли, то ваш актив растет пропорционально росту этих акций 100%. Вот. Вы можете ускориться. То есть если вы считаете, что ГМК Норникель вырастет, а я так считаю, почему я так считаю? Смотрите, что такое ГМК Норникель? Это один из основных поставщиков никеля на мировой рынок. А что сейчас происходит в мире вообще? Я вам скажу по секрету. Я был только что вот в отпуске в Европе. Все больше и больше автомобилей электрических производится. И большинство мировых производителей прямо вот уже спонсирует все это дело. Затраты никеля на производство одного электромобиля, ну, минимум в 2 раза, по-моему, там в 5 раз, вообще говоря, больше, чем затраты никеля на производство обычного автомобиля. Понимаете? То есть никель используется при производстве аккумуляторов для катодов. Поэтому спрос на никель ожидается, будет увеличиваться. И поэтому Норникелю вроде бы как ничего не грозит, хотя, так сказать, он уже вырос и продолжает расти. Ну и скажу вам по секрету, я сегодня купил себе в портфель одну акцию Норникеля. Она очень дорогая, там 16 тысяч рублей. Вот, поэтому, значит, вот здесь. Первый вариант – 100% защита капитала, если вдруг упадет там какой-то кризис и так далее. Вот. Но 100% с ростом, мне кажется, наиболее как бы грамотный вариант. Вот. В чем здесь проблема? До августа 2024 года, то есть это на 5 лет продукт, на 5 лет. Вот, если вы все еще, как бы, сказать, полны оптимизма, значит, второй вариант, 98%, то есть если акции упали, насколько бы они ни упали, вы получите, вы потеряете всего 2% максимум, но зато, если акции выросли, то у вас участие в капитале 110%, то есть ваш актив вырастет больше, чем выросли даже акции. Ну и последний вариант. В худшем случае вы теряете 5%, в лучшем случае вы получаете 120% от роста актива. То есть не пропорционально, а даже быстрее, чем растет актив. Но, повторяю, 5 лет. На 5 лет вы морозите свои деньги. Вот, оформите и все. Ну, кому не нравится 5 лет, переходим дальше. К следующему продукту. Первые во всем. Давайте посмотрим. До июня 2021 года. То есть сколько там? 2 года, наверное, да? Да, 2 года. Вот, защита капитала 100%, участие в доходе 50%. Вот так. Актив в основе продукта – это Apple. Сумма инвестирования от 250 тысяч рублей. Соответственно, мы выбираем конфигурацию продукта, то есть от 250 тысяч рублей, аналогично 100%, 50% участие в росте актива. 98%, то есть если акция Apple падает, то ваш вклад падает не более чем на 2%, но при этом 80% участие в росте. То есть вы получаете не, сказать, пропорционально росту, а пропорционально, ну, 80% от роста акций. И если вы хотите, то можно в крайнем случае, то есть если вы готовы на риск, то если вы считаете, что акции вырастут, то имеет смысл вот этот вот вариант, он более рискованный. В случае падения акций Apple вы
потеряете всего 5%, насколько бы они ни упали. А в случае роста акций Apple, ваш актив вырастет больше, чем выросли акции Apple. Мне не очень нравится тоже этот продукт. Вот, поэтому давайте уже к следующему продукту, который мне нравится больше всего. Посмотрите, золото. Скажу вам откровенно, у меня открыт именно этот структурный продукт защиты капитала золота. Он открыт давно уже. Вот, до июня 2021 года он у меня именно так и открыт, но я открыл его еще год назад, когда золото еще не собиралось расти в цене. Вот, точно так же от 250 тысяч рублей вот, мы можем выбрать варианты защиты капитала. 100% защита капитала и 70% от роста золота. 98% защиты капитала и 90% участия в росте золота. И третий вариант. Мы готовы потерять 5%, если золото вдруг подешевеет с какой-то радости. Вот, оно дешевело когда-то. Вот, и 110%, если золото вырастет в цене. Вот, этот продукт мне нравится больше всего. Почему? Потому что он самый короткий, до июня 2021 года, то есть меньше 2 лет, вот, и очень даже неплохой вариант, самый короткий и так далее. Выбирайте. Давайте переходим дальше. Купонный доход, посмотрите, вот они. Здесь тоже вариант. Быстрый купон, энергия и ресурсы, и возрождение роста. Давайте посмотрим. Здесь уже не один базовый актив предлагается, а несколько базовых активов. Быстрый купон. Смотрите, срок инвестирования 90 дней, 3 месяца. Периодичность выплаты купона. В конце срока, ну, 90 дней, всего 3 месяца. Кто его знает, может, так сказать, они и упадут. Вот, ставка купона 20%. В конце срока 20% годовых, не от вложенного капитала. Сумма инвестирования от 250 тысяч рублей. Барьер защиты капитала. Что это такое? Смотрите. А вот здесь уже первая неприятность – это риск. Потому что если акции упали больше, чем на 80%, хотя бы одна из этих акций, которые входят продукт. А их у нас, сейчас скажу сколько, Алроса, Алмазы России, Московская биржа, НЛМК, Новолипецкий металлургический комбинат и Сургутнефтегаз, акции привилегированные. Ну, я думаю, что привилегированным Сургутнефтегазу, возможно, ничего и не грозит, потому что они, хотя уже может быть, потому что они уже начали расти. Вот, а вот Алроса очень сильно падала в последнее время, и я надеюсь, что она начнет расти. Московская биржа, ну, не факт, что она за 3 месяца вырастет. НЛМК тоже, в общем-то, честно говоря, не факт. Вот, поэтому если самое худшее из этих компаний упало на 8%, вы получаете акции самой худшей компании. Ну, а теперь о хорошем. Барьер отзыва продукта 100% от начальной цены актива. То есть, если акции выросли, то вы получаете, он закрывается, но здесь не имеет смысла, потому что он через 3 месяца и выплачивается. То есть, через 3 месяца вы получите, собственно говоря, все. Вот. Вы можете 90 дней в конце срока, либо 40 уй. Периодичность выплаты купона меняется. Правда, он становится 18%, но 45 дней, через там, 1,5 месяца вы один купон получите, потом другой, если ничего не упало. Барьер отзыва продукта вот 100%. То есть, если все акции выросли, вы получаете через 45 дней свой купон из расчета 45% годовых, то есть 11342 вот при этой сумме, либо при 250 тысячах, давайте посмотрим, 5 тысяч
671 рубль. Вот. Через полтора месяца вы получите по этому продукту. И, собственно говоря, если все акции выросли, то он закрывается. Если нет, то получите, получите еще раз. Ну, я сказал, что это мне не очень нравится. Теперь дальше. Возрождение роста. Это акции, которые долгое время падали. Какие это акции? Ну, смотрите. АФК-система, они долго падали, сейчас начали расти. Честно скажу, это, в принципе, нормальный актив. Аэрофлот. Долго очень падали акции, сейчас начинают расти. Кто его знает, будет расти или нет. Магнит. Аналогично. И последнее. Банк ВТБ. То же самое. Вот. Сумма инвестирования от 250 тысяч рублей. Барьер выплаты купона 100% от начальной цены актива. Что это значит? Это значит, что если акции не выросли, вы ничего не получите. А если акции выросли, все четыре акции выросли, то вы получаете вот этот самый купон. Ставка купона, смотрим, 15% годовых. 3 года раз в год. 2 года один раз в год. Смотрим, ставка купона 15%, то же самое. Один раз в год. То же самое, ничего не меняется. Ну вот, мне не нравится, что барьер выплаты купона 100% от начальной цены актива, а барьер отзыва продукта, что это такое? Это если все 4 акции выросли не менее чем на 10%, то он закрывается. 15% годовых, мне кажется, это не очень много. Вот, поэтому я, мне больше нравится следующий продукт купонный. Вот он, энергия и ресурсы. 2 года всего, 18% купонная выплата, 2 года, сумма инвестирования от 250 тысяч рублей. И посмотрите, барьер выплаты купона 85% от цены актива. Даже если самая плохая компания из этих упала на 15%, на 14,9%, то вы получаете все равно доход. То есть, смотрите, самая худшая акция упала, а вы получаете доходность 18% годовых. 2 раза в год наблюдение, то есть если она там через 3 месяца упала, потом поднялась, вы все равно получаете купон. Вот. Это, в принципе, мне очень-очень нравится такая штука. То есть 85% барьер выплаты купона. Чем ниже этот барьер, тем лучше. Барьер защиты капитала. Чем ниже этот барьер, тем лучше. Вы видели в предыдущих продуктах это там 92%, либо 100%, здесь 85%. Акции могут упасть на 15%, а вы получите 18% дохода годовых. Это очень, вот мне больше всего нравится на самом деле. Здесь тоже от 250 тысяч рублей вы видели, да? Смотрим. Да, от 250 тысяч рублей и доступно неквалифицированным инвесторам абсолютно легко, поэтому здесь все хорошо. Если вы уже имеете брокерский счет в брокерском доме открытия, то, пожалуйста, вы можете зайти в свой личный кабинет и оформить такой продукт очень легко и просто. Он для ленивых инвесторов. И в ожидании кризиса вот такие продукты мне особенно нравятся. На золото очень хорошо себя ведут. Я такой продукт себе открыл, честно скажу. Вот, если у вас еще нет брокерского счета, пожалуйста, кнопочка dimitkovyur.com, ссылка под данным видео, либо вот там вот буквочка и выскочит там биржа для чайников. Зайдете на этот сайт. Там кнопочка «Модельный портфель» абсолютно бесплатно, и вам на почту придет там несколько писем о том, с подробностями, как открыть брокерский счет. Я вам в этом помогу, и вы сможете открыть структурный продукт вот такой. Не нужен статус квалифицированного инвестора, не нужно вообще разбираться в ценных бумагах, просто нажимаете кнопочку, вкладываете деньги,
и получаете доход. Вот таким образом. Но доход, я уже сказал, при каких условиях. Вот, очень хорошая штука, доступна всем. Спасибо за внимание, поставьте, пожалуйста, лайк. С вами был Демитков Юрий. До встречи.